Научно-техническая сессия собрала в стенах Казанского государственного энергетического университета специалистов по теплоэнергетике. На мероприятии обсуждались вопросы использования новых газотурбинных установок в условиях санкций. Газотурбинные установки использовались в основном в авиации, но постепенно пришли и в энергетику. И вот большое количество таких установок сегодня построено у нас в стране. Их применение дало совершенно радикальное снижение удельных расходов топлива, позволяющее экономить в год миллиарды рублей. Планируется заменить техническое оснащение более современным. Для этого стране нужно иметь собственное производство, необходимое для эксплуатации нынешнего оборудования. Также в задачах заменить иностранное оборудование отечественным. Собственное производство оборудования поможет избавиться от зависимости иностранных производителей в сфере теплоэнергетики, а также сэкономить финансовые средства государства. В течение последних 3 лет в результате хорошей организации этой работы достигнут, в общем, полный перелом. И сегодня мы можем надеяться, что эта установка будет широко производиться. Конференция продлится до 14 сентября. Тогда обсудятся вопросы развития энергомашиностроения в России и Татарстане. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.